Что вы делаете, расскажите? Настраиваем систему газ-шутинг. А это для чего вообще? Чуть в сторону отойди. Загорается. Разные газы загорается. Сейчас взорвемся, нет? Не должны. Не должны? А он должен стрелять? Да. А это реальный пулемет? Да. Образца 1907 года. А что это за модель-то? Максим. Максим. Да, на станке Викерс. Так, 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 так. Пулемет с газ. Можно купить? Купить можно, да. А сколько он стоит? Ну, вот этот порядка сейчас 300 тысяч. А он какой-то копанный? Нет. Тут что-то копанное, что-то складское, что-то новодельное. Не хочет он. А вы по званию кто? Младший лейтенант. Танк едет. Ёшкин краб. Танк едет. Как эта штука работает вообще? Какой принцип? Подается кислород, подается пропан, камера сгорания, как в автомобиле, автомобильная свеча, катушка зажигания, электронный блок управления. А это когда такую штуку придумали? Специально для реконструкторов придумали, для кино? Ну, в принципе, да.